Всем привет, друзья! Сегодня отправляемся в очередной раз на Киевское море охотиться на морских окуней. Все будет происходить по стандартной схеме. То есть за мной заезжают напарники, мы едем на море, приезжаем и топаем километра 4-5 в море, заходим и там ищем окуней стоянки. К сожалению, последний раз, когда мы ездили, то найти эти стоянки было очень сложно. Дело в том, что те места, которые мы нашли ранее, они не работали. Приходилось вновь и вновь искать другие места. Окунь постоянно перемещается и этим осложняет наши поиски. Но надеюсь, что в этот раз будет все удачно и успешно. Мы его найдем. Традиционно на место ловли заходим по GPS-координатам. В этих местах присутствует очень интересный рельеф, у которого постоянно держится рыба. Обычно с этих мест мы и начинаем поиск активных окуней. В месте ловли наша команда рыболовов рассверливается в разных частях перспективной акватории и приступает к поиску. После того, как кто-то из нас обнаружит перспективный участок с активной рыбой, все мы дружно отправляемся к счастливчику на помощь. Несмотря на самые оптимистические наши прогнозы, рыбка не клевала, хотя мы точно знали, что под лунками она явно присутствовала. Окунь постоянно аккуратно прикасался к блеснам, задевал леску. Иногда во время проводки блесна просто падала на рыбу. Ранним утром рыба явно была не в настроении, поэтому и не проявляла интерес к нашим приманкам. После поимки первого арбузика, казалось, ситуация наладится и рыба приступит к кормлению. А нет, поклевок больше не последовало. Необходимо было браться за бур и пахать целину. Такова нелегкая судьба рыболова-блеснильщика. После того, как солнце скрылось в свинцовых тучах, окунь, видимо, очнулся от утреннего оцепенения и принялся охотиться.
Кратковременное оживление у рыбы наблюдалось по всей акватории. Рыбка ловилась у всех, и у блеснильщиков, и у мормышечников. Время кратковременной активизации у хищника необходимо использовать рационально, поэтому приступаю и я к ловле. Через некоторое время все же вновь наступает пора больших перемещений и поиска активной рыбы. В запасе есть у меня еще одна секретная точка в GPS. Интуиция не подвела, и точка сработала. Есть и здесь рыба, но чтобы раскачать лунку, необходимо здорово потрудиться. Многие передвигались по морю на автомобиле. Данная картина мне чем-то напоминала байкальские зарисовки. Носились смельчаки с бешеной скоростью, отчего лед неистово стонал и порождал миллионы трещин. Во второй половине дня активность окуня резко снизилась, и рыба как-то прохладно стала относиться к различным блеснам и балансирам. И я решил немного поэкспериментировать и поохотиться на окуня с помощью пирамиды. Пирамида приносила мне успех в тандеме с маленькой козой, которая была свободно размещена на основной леске. Во время проводки пирамиды я делал более резкие рывки, чем в случае с блесной, дабы таким образом как можно выше поднять козу на основной леске. Во время пауз под собственным весом коза медленно с небольшими рывками перемещалась по основной леске и привлекала пассивную рыбу. Часть окуней реагировала исключительно на козу, а некоторые с мощным ударом атаковали пирамиду. Вот это были поклевки.
Вечером пассивный окунь явно предпочитал пирамиду с козой. На блесну с различными подвесками реагировал крайне неохотно. Вот так, совсем незаметно, закончился еще один прекрасный зимний день. Настала пора отправляться домой. Нам предстояло еще осуществить затяжной марш-бросок по заснеженной ледяной пустыне в сторону стоянки нашей машины. Еще не завершив данное путешествие, я уже строил планы на предстоящий выезд. Хотите узнать куда? Подписывайтесь на мой канал, и обо всем вы будете знать первыми. We'll be right back.